Собянин. Дорогие товарищи ветераны, дорогие друзья, 69 лет назад здесь, на Красной площади, состоялся военный парад. Воинов Красной Армии, моряков, партизан, бойцов народного ополчения, курсантов военных училищ. Сегодня на трибунах присутствует 40 участников этого исторического события. Мы преклоняемся перед вашим подвигом и чтим память ваших боевых друзей, тех, кто пал на полях сражений, тех, кто не дожил до сегодняшнего дня. Линия фронта проходила всего в 30 километрах от столицы. Почти все работающие на московских предприятиях ушли на фронт. Их заменили женщины и дети. Но столица продолжала круглосуточно трудиться на победу. За годы войны в Москве были произведены каждый второй автомат, каждый третий миномет, каждый четвертый снаряд. На строительство оборонных сооружений мобилизовано было почти 500 000 москвичей. Большинство из них были женщины. Москва стала для советских людей символом борьбы с агрессором, последним рубежом, на котором решалась судьба отчизны. Парад 7 ноября 1941 года убедительно показал всему миру, что Москва жива и, мало того, бросает вызов врагу.